Сериал «Мистер Робот» закроют после 4 сезонов. Премьера последнего сезона состоится в 2019 году. Предполагается, что в него войдут 12 эпизодов. Сериал «Мистер Робот» с Рами Маликом в главной роли закроют после 4 сезона. Об этом пишет The Hollywood Reporter. На экраны финальный сезон выйдет в 2019 году. Включать он будет 12 эпизодов. Известно, что изначально планировалось создание 8 серий, однако позднее сезон решили расширить. Режиссер телевизионного проекта Сэм Исмейл заявил, что не рассчитывал на такие его масштабы. По его словам, сериал изначально задумывался как нишевый, с небольшим количеством последователей. Однако в последнее время, по его словам, он стал чем-то большим. Ранее сообщалось, что был опубликован тизер нового сезона сериала «Настоящий детектив», где главную роль исполняет Махершала Али. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.